Страйкбольный пистолет Люгер P08 от производителя из Тайваня компании VE. В комплекте есть инструкция, сам пистолет, грингас магазин и три шестигранника. У данной модели во время стрельбы затвор двигается, есть имитация отдачи. Ствол и рамка пистолета выполнены из алюминиевого сплава. Накладки на рукоятку пластиковые. Штатные прицельные приспособления — это мушка и целик. Органы управления — это клавиша спуска, рукоятка взведения затвора, предохранитель, клавиша отмыкания магазина и фиксатор затвора. В задней части есть кольцо для крепления тренчика. У данной модели есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо выполнить неполную разборку. Делается это следующим образом. Опускаем фиксатор вниз, извлекаем деталь, снимаем затвор. Регулировка происходит с помощью вот этого винта. Сборка пистолета происходит в обратном порядке. Одеваем затвор, устанавливаем на место фиксирующую деталь. Обратите внимание, что вот этот зацеп должен находиться под корпусом пистолета. И возвращаем фиксатор на место. Чтобы начать стрелять, необходимо заправить магазин грингазом, зарядить магазин шарами. Для этого опускаем бегунок в самый низ и через отверстие в шахте заряжаем шары. Далее смотрим, чтобы пистолет находился не на предохранителе. Взводим затвор. Примыкаем магазин и можно стрелять.